Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня мы поиграем на хоррор-карте под названием Болита для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки данной карты мы появляемся в такой комнате, где справа у нас есть, так сказать, таблички, на которых у нас все написано. Ну что ж, нужно убавить яркость, я яркость вроде убрал. Ну и что ж, мы переходим к карте. Готов? Мы, конечно, готовы, да? Кстати, больные обозначены ником Болин. Вот они у нас бродят внизу. Но один вроде бродит здесь. Тогда я убавил на максимум, на минимум. Вот здесь мы можем его закрыть. Так, о, закрывайся, все. Отлично, уходим подальше. А то вдруг он сломает дверь. Так, что у нас здесь? А вот у нас есть свет. Так, ну здесь у нас тортики хранятся, так я понял. Покушать мы не хотим, но мы тогда пойдем дальше. Так, здесь у нас пока ничего нет. Так, там моргает свет. Да, это не очень хорошо. Давайте приберемся в эту комнату. Так, здесь у нас тоже ничего такого нет, к сожалению. Летает летучая мышь. И больше ничего. Ну, идем дальше. Давайте прибежим через этого зомби. Так, здесь нам, походу, придется прятаться, если что-то произойдет. Вот сундучок. Вот, мы нашли первый рычаг. Так сказать, ключ. Так, ну мы идем дальше. Так, он вроде не выбрался, но хочет точно выбраться. Так, и внизу у нас прямо рядом с нами стоит больной, которого мы должны опасаться. Мы также не можем его стукнуть. Так, он сюда поднялся. Идет. Поднимается. Так, остановился. Спускается обратно. Но нам, мне кажется, нам лучше его заманить вот туда на круг и его там погонять. И убежать от него. Ну, вы поняли, как круг, вот на этот круг. Пусть он там останется. И, а мы свободно уйдем на первый этаж. Ну, я вижу, там есть еще один больной. Так, ну ладно, давайте, да, попробуем, что ли. Так, главное, чтобы не выбрался тот. Если выберется тот, то будет плохо. Так, какой-то страшный, пошли, давай наверх. Ну, идет. Ну, пошли. Куда-то упер, давай. Поднимайся обратно, пошли. Да, карта прикольно выполнена. Моргающий свет, темнота. Все, теперь уходим. Идет, да? Идет, все, уходим. Так, обходим нашего первого и спускаемся вниз. Все, первый этаж вроде как бы свободен. Так, где-то у нас еще третий, да? А нет, он далеко. Так, ну здесь у нас те же самые камеры. Так, здесь у нас тоже, да, есть свет и есть сундучок, в котором тоже лежит ключ. Но давайте еще посмотрим, что мы не посмотрели. Так, вот здесь у нас вроде еще есть комната. Так, он, походу, хочет спуститься. А тот у нас сидит. Так, ну что? А вот у нас еще есть один сундук. Надеюсь, мы все собрали. Так как у нас уже три рычага. Но мы спускаемся вниз. Так. Этот зомби у нас стоит в углу. Ну, может, вернемся затем, чтобы было повеселее, да? Сначала поставим рычаг, откроем, поставим сюда. Вот, как видите, железная дверь, которую мы, вправду, не можем открыть рукой. Можем открыть только с помощью этих ключей. Так, ну где ты там? Давай, пошли. Страшило, мы убегаем опять. Сматываемся. Ну, не знаю, он вроде застрял. Так. Ой-ой-ой, бежим-бежим. Ставься, открывайся, уходим. Все, мы прошли нашу карту. Ну что ж, вот такие прикольные зомби, да? Очень прикольная карта. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.